первое впечатление, что мы ничего не помним, что там происходило у нас. Я помню один момент, когда уже конец, Катя, значит, по столу идет, я думаю, я прям любуюсь, класс. Санек тоже вот так в позе Гринс такой, ля-ля, я так, вот это девчонки молодцы, а я что-то как вот просто стою и любуюсь на них. Они весьма хороши, и наконец-то я увидел хорошее шоу здесь. Когда нам выставляли оценки, я стояла, говорю, это номинация. Катя, замолчи! Это одна из тех немногих песен моих, которые я ненавижу. Чаще всего из нашего репертуара, конечно, на свадьбе заказывают песни «Не виноватая я». Ну вот мы думали о том, чтобы сделать какую-то интересную песню, потому что петь просто «Свадебные цветы» или «Обручальное кольцо», ну, это немножко не наш репертуар и немножко, наверное, не наша тема, потому что мы все-таки девушки фабричные, нам ближе какие-то фольклорные образы. Открываешь глаза, классопы выдерживают, щетки пассеты духи и бусы больше, чем спасают. Здорово, ой, великолепно. Жизнь уедает из-за завтра и даже